Медитация принятия. Принятие себя, любой ситуации, жизни. Сядьте удобно, закройте глаза, дышите, дышите глубоко, сосредоточенно. Почувствуйте, насколько важно для вас сейчас дыхание. Оно дарит вам силу, нежность, жизнь. Наслаждаясь дыханием, созерцая дыхание, вы успокаиваете свои мысли. Забудьте о своих планах и заботах. И просто дышите. Принять значит понять и простить. Себя, людей, жизнь. Твоя новая мысль. Я принимаю себя таким, какой я есть, со всеми достоинствами и недостатками. Я принимаю фактор своего рождения и все, что повлияло на мое развитие и привело меня к сегодняшнему дню. И я благодарен за это. Я принимаю то, что нельзя изменить. И пытаюсь изменить то, что поддается изменению. Я стараюсь развивать свои достоинства и преодолевать свои недостатки. Как и все живущие, я человек несовершенный. Я понимаю, что самообвинение и самоедство – деструктивный путь. Самопознание и самосовершенствование – конструктивный. Я постоянно учусь чему-то новому и совершенствую себя и свою жизнь. Я могу сомневаться и совершать ошибки, но я учусь разрешать свои сомнения и извлекать уроки из ошибок. Я могу бояться, но я учусь понимать причины своих страхов и преодолевать их. Я могу грустить, но я учусь понимать причины грусти и не позволяю себе впадать в уныние. Все лучше и лучше, понимая себя, я учусь понимать других людей. Они, как и я, мучаются своим несовершенством и переживают свои сомнения, допускают свои ошибки, боятся и грустят. Они, так же, как и я, учатся контролировать, понимать себя и решать свои проблемы. Прощая друг друга, мы сохраняем отношения. Помогая друг другу, мы помогаем себе. Я осознаю свои убеждения и установки. Отбираю из них актуальные и полезные. Избавляюсь от ненужного и приобретаю новые. Я учусь контролировать себя и события в той степени, которая зависит от меня. При этом я понимаю, что в каждом событии участвует столько много людей и факторов, проконтролировать и повлиять на которые я не в силах. И тогда я решаю проблемы по мере их возникновения, ориентируясь на лучшее, а понимаю, что на самом деле все могло быть гораздо хуже, чем есть. И благодарю за то, что худшего не случилось. Я отпускаю свое прошлое и с надеждой смотрю в будущее. Что было, то прошло. Изменить что-либо уже нельзя. Но анализируя произошедшее, я приобретаю ценный опыт, который помогает мне жить в настоящем и поможет в будущем. Я могу строить планы и ставить цели, понимая при этом, что любые ожидания остаются лишь моими ожиданиями. Фактическая реальность может быть совершенно иной. Мои ожидания – это мечты, иллюзии, фантомы. И никто не гарантировал мне, что они сбудутся именно так, как планирую я. Что будет? Я не ведаю, и надеясь на лучшее,
тем не менее готов встретиться с худшим. Я знаю, что чем эффектнее я отработаю в настоящем, тем более могу рассчитывать на желательный исход. Я учусь доверять себе, своим решениям, окружающим людям и миру. Все достижения в этом мире относительны, и каждая имеет свои положительные и отрицательные стороны и последствия. Все, что не происходит, все происходит по какой-то причине и для чего-то. Я учусь видеть эти причинно-следственные связи в максимально возможных глубине и перспективе. Каждая встреча – урок, каждое событие – повод к развитию. Каждый соревнуется только с самим собой. Радость возникает от ощущения движения и роста осознания. Я иду вперед. Я учусь и развиваюсь. Я принимаю себя и свою жизнь. А с вами была Юлия Жукова.